Рейдерське захоплення горища. Мешканці будинку на вулиці Софійській, 4, скаржаться на незаконне захоплення даху свого будинку. За їхніми словами, один із жителів, громадянин Російської Федерації, вирішив зробити надбудову над квартирою, демонтував утеплювальні матеріали, забрав з даху дерев'яні балки та арматуру. Через це в квартирах на останньому поверсі температура знизилася до 16 градусів, а ще через роботи в будинку з'явилися тріщини. Владельцы 43-й квартиры начали, пробили ход на чердак, сделали, расчистили от изоляции и утеплителя, расчистили всю территорию. Пришла строительная бригада и начала строительные демонтажные пока работы. Они взяли, заблокировали выходы на чердак, то есть заложили дверями, сверху положили какие-то грузы. И начали проводить работы. Из-за того, что он починил крышу, он ее приватизировал. И это произошла коррупционная схема вполне официально. Есть документы. Взял, прорубил у себя в квартире выход на чердак. И по документам получается, что он как бы является владельцем жилья 84 метра и плюс еще 500 метров сверху. Близко 7.